«Елочка» – это крупнейшее в России специализированное предприятие по изготовлению стеклянных елочных украшений ручной работы. Нашей истории уже больше 100 лет. История зарождения промысла исчисляется с XIX века, когда адмирал-князь Меньшиков Александр Сергеевич открывает в своем имении Александрово стекольный завод. Крестьяне, освоив там ремесло, создавали в своих избах мастерские, где кустарным способом изготавливали из стекла пуговицы, серьги, бусы и игрушки для елки. Сейчас предприятие включает в себя две фабрики полного цикла, работающие круглый год. Из поколения в поколение наши мастера совершенствуют свое искусство и бережно передают традиции народного промысла. Изготовление игрушки происходит в 5 этапов. Вначале изделие необходимо выдуть. Стеклодув при помощи горелки разогревает стеклянную трубку, постоянно вращая ее для равномерного нагрева. Когда стекло становится пластичным, мастер выдувает заготовку нужной формы. Использование разных приемов и техник позволяет получить многообразие форм – шары, гирлянды, подвески, верхушки и фигурки. Затем заготовки загружают в вакуумные установки, в которых изделия обрабатывают парами алюминия. Этот процесс называется металлизацией. Поверхность игрушки становится зеркальной. Далее окрашивание. Производится оно вручную одним из двух способов – методом окунки или напыления. Финальный штрих – роспись красками. Легкими и нежными мазками на шары наносят традиционные орнаменты и рисунки. Фигурки приобретают лица, а блестящие цветные присыпки делают игрушку праздничной и нарядной. Чтобы изделие в сохранности было доставлено до наших клиентов, мы бережно укладываем игрушки в коробки и при транспортировке используем дополнительную защиту. Наша продукция имеет подтвержденный статус изделий народных художественных промыслов и удостоена множества призов и наград. Предприятие выпускает как серийную продукцию, так и ограниченные партии изделий высокого художественного достоинства, представленные в подарочной упаковке. Учитывая потребности современного рынка, «Елочка» выполняет корпоративные заказы. Мы можем изготовить неповторимую елочную игрушку с вашим логотипом или эксклюзивным рисунком. В год из-под рук наших мастеров выходит более 1 миллиона изделий ручной работы с художественной росписью. 85% производимого объема продукции мы реализуем на территории России, и география наших партнеров неизменно растет. Основная задача нашего предприятия – сохранить самобытность и традиции народного промысла, передать их будущему поколению. С этой целью мы создали уникальный музей елочной игрушки «Клинское подворье». В 12 тематически оформленных залах музея вы узнаете об истории зарождения и развития стеклодувного ремесла. На ваших глазах мастера изготовят и разрисуют стеклянную елочную игрушку. Изюминкой посещения музея станет мастер-класс, на котором вы под руководством специалиста украсите шар своим рисунком. А приобрести клинские елочные украшения можно в нашем фирменном магазине, расположенном в здании комплекса. Чтобы нашим гостям было комфортнее, на территории выставочного комплекса расположена современная гостиница «Клинское подворье». Что готовит нам будущее? Об этом мы все часто задумываемся под Новый год. А наши игрушки помогают наполнить каждый дом атмосферой приближающегося праздника.